Сегодня мы рады приветствовать вас в гостеприимных стенах Центра русской народной культуры «ЛАД» на фестивале самодеятельных коллективов и исполнителей города «Песни Великой Победы». Сегодня также в рамках фестиваля пройдет конкурс игры на народных музыкальных инструментах имени Анатолия Федоровича Егорова. Сегодня также проходит сбор средств на реставрацию памятников и обелисков воинам, участников Гражданской и Великой Отечественных войн. Эта акция называется «Обелиск». Мы просим вас пожертвовать средства на реставрацию памятников. На выходе из зала расположен барабан, в котором вы можете опустить пожертвование. А мы возвращаемся к теме нашего фестиваля. Наш фестиваль является ежегодным. И в этом году он проходит уже в 9-й раз. Тематика фестиваля год от года меняется. И сегодня мы посвящаем его празднованию 70-летней годовщины Великой Победы. Выстрелы, прозвучавшие на рассвете 22 июня 1941 года, были началом одной из самых ужасных трагедий 20 века – Великой Отечественной войны. Самой кровопролитной в истории. 4 года бушевала она. И сегодня День Победы наших войск над фашистской Германией отмечают как День памяти. Помнить необходимо. Помнить для того, чтобы жить. Чтобы новый разрушительный смерч не пронесся над планетой, уничтожая все живое. Чтобы уцелела земля наша. Память о павших навсегда останется в наших сердцах. Она сохраняется в стихах и в песнях, памятниках и обелисках, словах и поступках. И мы приглашаем на сцену театральную студию «Наследие». Они представят нашему вниманию литературно-музыкальную композицию «Люди мира, на минуту встаньте». Встречаем! Забудем на время победы и доблести павших верны. Отметим величие победы и эхо далекой войны. Я не знаю пронзительней песни, чтобы так вдохновляла, звала, чтобы так призывала к мести, чем песня священной войны. Я не знаю, какой мерой оценить ее вклад в борьбу с черной нечистью озверелой, только знаю, что не найду. Но все же доверили б, если оценить ее вклад в борьбу, я б в награду дал этой песне Всевеликой войны ордена. Война — одна судьба на всех, и очень страшно, все смешалось, и кровь, и стоны, и усталость, и дождь, и грязь, разрывы мин, снарядов, все смешалось. Ты не жди его, мама, с полей войны. Нет, не умер он, к сожалению, ноги отняты, пуля в груди, навсегда обречен на мучение. Уж сколько лет прошло, а в памяти живы глаза людские, полные тревоги, нападный голосище Левитана и треуголки почты полевой, и материнский истощенный вой. Уходил в начале призыв на войну, а за ним и отцы покидали свой дом. А потом и мальчишки совсем за страну
шли бесстрашно на смерть воевать с врагом. Победу. Но хотят сегодня очернить великий подвиг, значимость победы, свое предательство пред миром обелить. В Киеве, Прибалтике, Берлине идут исчадия фашизма. Только им прощения не будет ныне. Сейчас окопы скрыли зелень и асфальт, но не дают забыться в шатком мире Освенцим, Бабий Яр и Бухенвальд. Звонит, звонит тревожный колокол Хатыни. Звонит, звонит тревожный колокол Хатыни. Звонит, звонит тревожный колокол Хатыни. Герои наши, и Жуков с Рокоссовским, и другие маршалы, они победу ковали для страны. Мы будем помнить эти имена. Война и песня. Что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. Но тем не менее, песня всегда сопровождала солдатов в походе и на привале, а иногда и в бою. После тяжелых боев солдатам необходим отдых. Хотя бы короткий. Иначе невозможно выдержать чудовищное напряжение. И тогда на войне звучали веселые песни. И мы приветствуем народный песенный коллектив «Забабушка». Встречаем! Ветераны яростных сражений, чья молодость закалена в бою, вам, труженики тыла, чьим трудом ковалась победа, приносим мы признательность свою. Наши мамы оставались молодые и красивые, и с любимыми прощались, ждать и верить терпеливые, все взвалив себе на плечи, всю судьбу страны своей, было им от веры легче пережить суровость дней. Вспомним бабоньки. Yeah.
слушаем песни рассвета, весенней капели звонок и эхо военного лета, как в жизни великий исток. Попули на темы военных песен, пойте вместе с нами. Казаки, казаки,
еду по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, еду по Берлину наши казаки. Вставайте, защитники русской земли! Прощайте, родные, прощайте! Пожары пылают вдали, и мы уезжаем далече, не знаем, увидимся вновь. Прощайте, прощайте до радостной встречи, до вечера после войны. Прощание с поляками! Много песен и сердце сложили, воспевая родные края. Бесконечно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимал, словно солнце твой дико сиял. Но ты жертвою скромности стал, тем, кто предал тебя. Пришло поколение ребят,
которая не испытала ужасов войны и не знает о ней, но знает только лишь из рассказов дедов и прадедов, из книг, из фильмов. И мы приветствуем на сцене воспитанников детского сада номер 24. Литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя». Встречаем! Наступали короткие минуты передышки. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует благо, да пули свистят. Воевать!
минуты отдыха заканчивались, солдаты снова шли в бой. Эх, дороги, пыль до тумана. Города Шадринска Сергей Александрович Чернов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель заслуженного коллектива хор русской песни «Лад», директор детской музыкальной школы Людмила Петровна Федорова. Отличник народного образования, мастер художественного слова Чернова Нина Викторовна. Приглашаем на сцену первого конкурсанта. Встречайте, Вячеслав Пакулев.
погибших, дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Это был общий праздник для всех людей. Кроме того, это был праздник каждого отдельного человека. Потому что победа над фашизмом означала победу над жизнью, над смертью, разумом, над безумием, счастьем, над страданием. А на нашей сцене мы приветствуем клуб «Ветеран». Давайте подарим им бурные аплодисменты. Спасибо большое. Городской клуб «Ветеран» от всей души поздравляет вас с 70-летием Великой Победы. Счастья вам, дорогие! Всего-всего доброго, а самое главное – здоровья! И еще раз здоровья! Медали, гордится ими вся страна, они победу отстояли. Все меньше остается их, седых защитников народа, что приближали счастье миг, к победе шли 4 года. Поем, фронтовики, наденьте ордена. Многие знают. И вот он, простой совсем человек, он все время говорил: «Валентина Ивановна, много не говорите про меня, говорит, не надо про меня говорить много». Он сочинял песни, особенно любил частушки. Целая тетрадочка у них частушек. Зинаида Михайловна приходит иногда к нам в клуб, больная.
а его уже нет с нами. И вот он сочинил «Это было в 45-м». Прошла Вторая мировая, осталась юность на войне, и эта юность фронтовая сейчас сказать велела мне. Всем городам, всем людям мира, всей нашей солнечной земле моя страна желает мира, и только мира на земле. И за то вам большое спасибо. Если б кто-то вам сбросил года, мы б Россию в рай превратили. Сейчас ветераны войны, сам губернатор области наградил ее медалью лично. Это правда. Это правда. Мы награждали нас в горисполкоме. И были 4 участника войны, и я ветеран труда. Правда. Поэмы «Рассказ солдата». За стенкой сосед раскричался, всю ночь я уснуть не могу, но думаю, снова нажрался. И утром ругаться бегу. Я так алкашей ненавижу, кричу я с порога в сердцах, а он без рубашки. И вижу, что все его тело в рубцах. Тут смягчилось сердце невольно, мне стыд даже в душу проник. И стало неловко и больно, ведь он инвалид, фронтовик. Ну где тебя так угодило? Сосед дорогой, мне скажи. И где и когда это было? Давай поскорее расскажи. Соседка моя дорогая. И брызнули слезы из глаз. Сядь рядом, поближе, родная. Да выслушай этот рассказ. Рассказ не из легких. Пехота 3 года с ней землю топтал. По весям, лесам и болотам я будни войны прошагал. Нам было 17, не более, была на пороге весна. И спить эту горькую долю нас юных позвала страна. Мы с детства, привыкшие к драке, держали там марку свою. Нам не было равных в атаке, смелей в рукопашном бою. Деревня Сибирь нас растила, смешных, озорных
сорванцов, а после война превратила в отважных, бесстрашных бойцов. Нас вместе ушло из Крузова 12 ребят удальцов. Нам выпала доля сурова, мы видели фрица в лицо. Однажды, бегуя в атаку, с винтовкой наперевес, а немец, ершак ему, под самую крышу залез. Чердак трехэтажного дома, оттуда строчит пулемет. Мне лазать по крышам знакомо, я не мигом взлетаю. И вот я первого немца так жахнул, меж глаз ему пулю пустил, второго прикладом шарахнул и третьего с крыши спустил, спускаясь тихонько обратно. Я, кажется, жив и здоров. Меня обнимают ребята. Здоров ты, Володька Попов. Там выжил, конечно, не каждый. И чудом остался цел. На смерти меня не однажды брала на курок, на прицел. Однажды в полю, в бою после боя я сел на пенек покурить. Ты знаешь, блаженство какое, минуту затишья дымить. Я встал, отошел на 3 метра, и как отойти успел, там мина рванула, и этот пенек далеко улетел. Тремки весь подол шинели качнуло вперед и назад. Попов, ты живой, неужели? Бежит мне навстречу комбат. Ну все ж ты удачлив, Володька, тудыт, растудыт, канитель. Надей, старшина, ему водки и выпиши ногу шинель. Жизнь копейка, орел и вережка. Что мне выпадет в этом бою? Эй, товарищ, плесни-ка в рюмашку, где мы будем в аду или в раю. Отражаем 6-ю атаку. Пополнения нет, немец прет. И патронов уже кот наплакал. И редеет, редеет наш взвод. Рядом падают наши ребята. Все смешалось в кромешном бою. Через от солдата и до комбата. Через них я шагаю, иду. Жизнь такая нелепая штука. Ты не ценишь ее ни на грош. Жизнь и смерть, круговая порука, если в бой рукопашный идет, идешь. Жизнь копейка, я выжил, ребята. Пуля дура меня не нашла. Не достала 0.5 метра граната. Вновь судьба на руках пронесла. Там случаи разные были. И чудом остался цел. Под Минском мне пуля на вылет меж сердцем и легким прошла. Застряла в шинели шальная. Ведь немец мне сзади стрелял. Упал я, сознание теряя. Лишь видел, как он пробежал. Не слышал я звук канонады. Не знал, что был выигран бой. И крик похоронной команды. А этот-то парень живой. Убитых они собирали. Потом на телегах возли, воронки от бомб зарывали, прикрыв их 0.5 метра земли. Я долго лежал в медсанбате. Потом подключили и в строй. Все зажило, как на собаке, ведь был я тогда молодой. Ведь мы не сгибаем и стали, не ради крестов и наград, за родину и за Сталина, вперед и ни шагу назад. Я немцев уложил немало. Где штык, где наган, где кулак? Ведь был я парнишка удалый, ну, словом одним, сибиряк. Простой, деревенской, неброский. Бывалым солдатом я стал, ты знаешь. Мне сам Рокоссовский медаль за отвагу вручал. Я выжил, а наши ребята остались в том далеке. И вижу, слеза у солдата течет по небритой щеке. Припомню сейчас 41-й, срываю рубаху с плеча, и так разыграются нервы. Кричу, матерюсь по ночам, я знаю, несносным бываю. Мне это прощает жена, и ты не ругайся, родная. Давай со мной лучше выпей вина. Ну что ж, наливай. Угощая, наполнить стопарь через край. Скажу, ладно, ругай, прощай, на воле рукам не давай. Смеемся с женой его Катей. Ну что с него взять?
идиот. Еще если одым накатит, да черт с ним, пускай он орет. Ленинградки. Ты знаешь, ты
Проникла в каждый дом она, майский вальс. Славой, и нет другого у тебя пути. Россия, Русь.
высокий путь нам освещают, свет отчизны смотрит на тебя. Полыхая вечными огнями, и вступает видишь, как судьба. Приглашаем на сцену нашу гостью.
гостью Тамару Распопову. Приветствуем! Синенький скромный платочек. Помню, как памятный вечер падал платочек мой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Thank you.
Вернется ли самый дорогой человек живым и здоровым? Никто тогда не мог ответить на эти вопросы. Горестные предчувствия терзали душу. Но все-таки в сердце не гас огонек. А мы приветствуем на нашей сцене песенный коллектив «Уралочка». Встречаем! Марк Фраткин. Слова Сергея Острового. У деревни Крюково. Кругом бушует пламя на пули.
степной буян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок буяне неживой лежит, а дорога дальше мчится. Едут по Берлину наши казаки.
солдатки. Помню всех вас, милые соседки. Все подруги матери моей, как сверкали вы такой на редкость красотой и мудростью своей. Помню, как в войну одни остались, проводив на фронт своих мужей, как рыдали, если провожали на фронт сыновей, детей. Ушел на фронт еще ребенок, ведь ему всего 17 лет. Только-только вырос из пеленок и ушел. Совсем пропал и след. Писем нет, а вот и похоронка. Извещение без вести пропал. Мать рыдает в огороде звонко, на плетень платок ее упал. Заварила солдатка молодая, двое или пятеро детей, и вздыхает тяжко мать седая. Проводила трое сыновей. Бабы, бабы, некогда скучать-то. Посмотри, работник проворот, босиком в каком-то рваном платье, то коров, а то свиней пасет, или чуть рассвет уходит в поле, сеять хлеб, растить его и жать, в борову впрягаться по неволе, на коровах и быках пахать, а в домах голодные детишки на печах нетопленных сидят, как сегодня не читают книжки, как сейчас конфеты не едят, ты затопишь печь, сваришь картошку, на загнетке шает уголек. Ты покормишь, приголубишь их немножко и уснешь под щечку кулачок. Ну за что вас так Господь обидел? Обо всем не в силах рассказать. И того, кто этого не видел, до конца все это не понять. Лизавета, Анна, Яриша, как ваши, ваши лица вижу, голос слышу, я горжусь и восхищаюсь вами. Как вы только выжили тогда, если есть такие рядом с нами, то беда любая, не беда. Спасибо. Конкурса игры на народных музыкальных инструментах группу исполнителей песенного коллектива «Уралочка». Встречаем! Thank you.
суше и на море били немцев, как могли. Уходили в синее море боевые корабли. Прощайте, скалистые горы. Yeah.
участницу театральной студии «Наследие» Екатерину Теребенину. Она представит вашему вниманию стихотворение «Мой товарищ в смертельной агонии». Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. И не плачь, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит. Игры на народных музыкальных инструментах продолжается. И на сцену приглашается следующий конкурсант — Нина Степановна Сухорукова. Встречаем! Заветному обеду 100 граммов припасли для вас.
Музыка Кузнецова, слова Бокова. О чем шумишь ты, старый бор?
народная песня времен Великой Отечественной войны Курганской области «Сероглазая моя». Ты не злись, Курга и Вьюга, разливайся, мой баян. За Уралом есть подруга, сероглазая моя. За Уралом есть подруга, сероглазая моя. Уходи, боец из дома, оставлял свою семью. И мы вновь приглашаем на сцену Тамару Распопову. Встречаем бурными аплодисментами. Мой милый, если б не было войны. Еще до встречи вышла нам разлука, но все же о тебе я вижу сны. Друга. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное,
Андрей Вознесенский. «Зов озера». Читает Любовь Кокшарова, участница театральной студии «Наследие». Встречаем. Тишина. Гетто в озере, гетто в озере, 3 гектара живого дна. Гражданин в пиджачке гороховом зазывает на славный клев. Только кровь на крючке его крохотном. Кровь. Не могу, говорит Володька, а по рылу могу. Это вроде как не укладывается в мозгу. Я живою водой умоюсь, может, чью-то жизнь расплещу, может, Машеньку или Мойшу я размазываю по лицу. Ты не трожь воды плоскодонкой, уважаемый господин, ты пощупай ее ладонью, она болит. Может, также не чьи-то давние, а ладони его жены, плечи, волосы, ожидания будут кем-то растворены, а базарами колоссальными барабанит жабрами в жесть то, что было теплом, глазами на колени любила сесть. Не могу, говорит Володька, только зажмурюсь, точно рыбы на сковородках пляшут женщины и кричат. Третью ночь, как костров, пьет, и ночами зовет с обрыва, и к нему является рыба, чудо-юдо озерных вод. Рыба с огненным лицом Мадонны, рыба с плавниками белыми, как свистят паровозы, рыба с обрывком колючей проволоки в верхней губе. Рыба. Ривой тебя звали. Золотая Ривка. Либо как-нибудь еще. С обрывком колючей проволоки в верхней губе. Рыба. Рыба боли и печали. Прости меня. Прокляни. Но что-нибудь ответь. Ничего не отвечает рыба. Тихо озеро приграничное, 3 сосны, изумленнейшее хранилище жизни облака вышины.